почему я делаю в юбке розовая мечта, почему я делаю французский шов, а не обрабатываю оверлоком. Во-первых, у меня есть разные мастер-классы по юбкам, по пышным юбкам. Есть с отрезным поясом, есть цельно выкроенным, есть с обмётанными на оверлоке срезами, есть с необмётанными, но закрытыми срезами, то есть закрытыми посредством технологии французского шва или московский шов. Есть и то, вот конкретно в мастер-классе, под которым был вопрос «Розовая мечта, юбка». Я здесь решила показать и такой вариант. Почему? Потому что такая технология достаточно востребована сегодня. Да, кстати говоря, оверлок тоже не всем нравится.